Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Case Animatronic Survival 2. Приветствую вас на премьере. Этот ролик, скорее всего, будет ранним утром. Итак, нажимаем «Загрузить игру». Ой, мамочки! Это что за чертяка такой? Ну, как по мне, он довольно-таки милый. Зубки, рожки, ухи такие торчащие. Только глаз у него почему-то нету. Итак, мы с вами остановились на том, что мы проснулись в какой-то непонятной для нас комнате. Осмотрелись, все было как-то смутно. В голове был какой-то непонятный шум. Ой, темно. А за окном в это время лил осенний дождь. Так, а может не осенний? Ладно, открываем. Открываем полку, значки, бутылки. Какие-то... Пицца! One pizza! Пицца! Нельзя ли ею отравиться? Так, бутылочка какая-то на столе с-под пивоса. Пивдрич. Так, идем. Фонарик. Опять же, я нажимаю F. У меня по умолчанию фонарь, что ли, всегда теперь будет включен? Ладно. Не знаю. Могу в шкафу закрыть себя. Могу от... Кофточка синяя. Реглан такой себе. Прикольная. Так, игра. Мы с вами видели игру, и мне охотно было посмотреть эту игру. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Донут стори. Так, как мне ее запустить? Эй, донут стори хочу. Хочу пошпилить донут стори. Ладно, выходим. Так, мы находимся в доме. Двери. Оп, открыл. Так, стоп, кто-то разбил. Ух ты, красиво. Так это труба какая-то непонятная. А так, в принципе, мыло. Почему мыло валяется? Ванна красивая, то ли немножко грязная. Так, что у нас тут? Кто-то разбил, судя по всему. Разбил кто-то... О, унитаз такой чистый. Так. Прикольная музычка, слушайте. Открываем. Дверь заперта. Так, тут ничего не открыть. А эта дверь? Дверь заперта. Нам только вниз можно опуститься. Какая красивая погода за окном. Ну, конечно же, попасть под такой дождь не рекомендовано. Не рекомендуется. Но, в принципе, идет дождь красиво. Фонарик у нас по умолчанию всегда теперь будет включен, я так понял. Не надо его включать, выключать. Опять кто-то стекла постоянно разбивает. Троян Хорс. Троянский конь. Какой-то бык нарисован, который мы уже видели, кажется, его. И американский флаг. И военные с этими, с автоматами. The Aurora Times. Телефон. Не работает. Карманы можно было раньше проверять, сейчас нельзя. Так, красная дверь. Почему она красная? Почему дверь красного цвета? Неясно. Заперта. Одна дверь красного цвета. Так, одну открыть можно, а эту? Тут закрыто. Тут не нажать ничего. Присесть могу. Фонарик по умолчанию всегда включен, это радует. Какой-то свет непонятный, желтый в конце туннеля. Так, полочки. Изучаю сразу же все, может, интересно. Тут можно будет прятаться за диваном. Похоже, диван мы уже с вами встречали. Так, чтобы за мной кто-нибудь не шел, я лучше двери прикрою, пожалуй. Телевизор. Почему шум? Какая-то передача должна идти, по идее. Идем. Книжка. Что нарисовано? Свинья нарисована какая-то. Хрюшка. Пиг написано. Пиг. Харрис. Пиг. SF. 395. Какие-то цифры. Книжка довольно-таки любопытная. Так, ух ты. Это пластинки туда можно ставить. Колончат. Почему открыт холодильник? Ребята. Что происходит? Почему он открыт? Кто открыл? Кто-то кушать доставал? А, что-то написано. Молоко, хлеб, джем, fish steaks, beer. Подчеркнуто, пиво подчеркнуто. Порк, там что-то еще. Какое-то мясо свиньи. Порк это по-моему... Кто это сделал? Что, кто-то разбил? Это здесь кто-то что-то... Это кто-то... Тут было... Отсюда упало? Почему так... Что-то желтое. Телефон звонит. Телефон! Слышите? Откуда он звонит?
Где он? Вижу телефон. Вот он. Я, кажется, тебе ясно дал понять, чтобы ты не только забрал чертежи, но и устранил цель. Ты облажался, Джек. Исправь ситуацию. Чертежи. Иначе твоя дочь не скоро вернется домой. Дочь? Что происходит? Заперто. Исправь ситуацию, чертежи. Дочь не скоро вернется домой. Закрыто. Закрыто. Куда теперь мне двигаться? Коробки, коробки. Сюда? Темно, темно. Тут, так, тут мы были с вами. Кажется, тут все изучили. Микроволновка. Мне нужно наверх подниматься? Я, как, мне кажется, я слишком громко шумлю. Тут закрыто. Тут красная дверь подозрительная очень. Включаем свет. Так, откуда я пришел? Отсюда. Какие-то пятна на стенке. Закрыто. О! Вот здесь мы не были. Тут я не был. Почему-то открыто окно. Кто-то открыл окно. Кто-то вылез. О! Следы. Кто-то зашел сюда, через окно к нам залез. Кто? Лампа. Это детская комната. Карандаши. Это его дом родной. У него украли дочь. Тут пусто. Кровать. А, девчонка нарисовала. Как миленько. Кто-то дверь закрыл. Рюкзачок. О, реально дочки, комната. Вот ее одежда. Маечки там всякие. О! Он еще жив? Пульс есть, но его нужно осмотреть. Нет времени, оставь его. Ты чокнулся? Он же тут погибнет. А там о мне идет либо речь? Он, либо мы все. Мы идем по коридору. Свет в конце туннеля. Это, знаете, когда говорят, когда ты при смерти, и ты видишь свет в конце туннеля. Это та же история, походу. Свет в конце туннеля. Я должен добраться до света, тогда я выживу. Правильно? Ну так во всех говорят историях, когда люди, которые в коме лежат или которые при смерти, потом просыпаются, говорят, что они видели в конце свет. И они к нему шли, 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 так и я вот иду. Так, ну что ж, открываем. Это что такое было? Какое-то стекло. Что, теперь обратно нужно идти? Что-то красное. Что-то красное. Это небо такое. Понял. Что происходит? Кто здесь? Кто здесь? Не страшно. Кто здесь? Кто это такие? Там соседи есть какие-то. Соседи. Что это за постоянные пятна появляются на стенах? О чем это? О чем это говорит? Какие-то пятна на стенах пугают меня. Опять эти пятна! Везде трупы, 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 трупы! Со всех сторон трупы. А мне нужно к ним подходить? Труп, привет. Есть кто там внутри? Скорее всего, есть, но лучше на него не смотреть. Тут закрыто. Везде трупы на стенах. Нам сюда? Тут темно, я боюсь. Видимо, мне нужно сюда заходить. А! Красная дверь! Я помню тебя! Я помню тебя, ты была на нижнем этаже, на подвальном этаже, на первом этаже. Нам нужно тебя открыть. Стоп, я вышел обратно в свою комнату. Кто-то закрыл. Отвечай, где моя дочь? Где моя дочь? Отвечай! Дверь открылась, а там мне нужно туда. А это я сказал только что, где моя дочь, да? Мне вниз. Рул. О, теперь мы в подвал спустились. Там какой-то трупак, походу, валяется. Кто-то его гаечными ключами, молотками разбирал и всякими другими инструментами. Боже, какой ужас, искал пилем. О, нет, только не дочка, только не моя дочка. Сохранялка сработала. Сохранялка сработала, где я нахожусь? Это подвал? О, ты кто такой? Это как раз есть этот, короче, кабан. Вот этот с рогами.
Это он! Почему он ко мне так бежит? Сразу же, никак ничего не предупреждает меня. Ничего, ничего. Я... Вот это мой... Так, телевизоры какие-то. Что с телевизорами делать? Я стою возле телевизора. Как мне от него удирать? Каким образом? Может, присесть надо было, спрятаться? Он меня сразу засекает, правильно? Фух, надо разобраться с этим делом. Как мне его... Как... А, там какой-то свет вон есть. А ну, бегу к свету вот сюда. И что будет? Вы поняли? Оп, пропал свет. Сюда, сюда, быстро, быстро. Тут свет горит, значит, надо сюда, наверное. Я вспомнил, мне кто-то писал в комментариях, что нужно двигаться туда, где свет нужно двигаться. Так, а как мне туда добежать теперь? Он движется все ближе и ближе ко мне. Ой-ой-ой, нет, вот он, кабан. Боже, здоровенный бычара меня преследует в подвале. Так, теперь туда. Кто добраться? А, нет, не ту сторону, не туда, не туда, не туда. Не тот путь выбрал. Сюда, 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 сюда. Вот сюда, быстро, быстро. Он за моей спиной. Кабан, кабан бегает в подвале за мной. Это какой-то не кабан, это какой-то бык, бык. Вот он, бык опять здесь. Куда, 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 куда? Бык, ты с ума сошел, бык. Бык, ты нормальный. Так, подождите-ка, надо сосредоточиться и изучить хорошо карту, тогда будет намного проще. Так, первый свет где-то здесь появлялся, да? Или он всегда по-разному появляется? О, нет, 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 где свет, где свет? Как мне понять, где свет появляется? Где эти вспышки? Нерандомно? Скорее всего, нерандомно появляются. Видели, там шел обратный отчет. Там шло время обратно. Мне нужно так продержаться 2 минуты здесь. Ой, так далеко. Я почти добежал. А как мне нужно было его обмануть? Как-то нужно было его немножко вывести на правую сторону. Ну почти. Ну 2 минуты. Минуту я продержался. Мне было 50 секунд осталось всего лишь. Так. Боже, это очень сложный уровень. Это очень сложный уровень. Потому что надо знать все ходы-выходы, все эти лабиринтные проходики. Так, а где он? Где он? Так, он бежит сюда. А мы обходим вот сюда. Так, пока что все хорошо получается. Пока что все хорошо получается. Вот, теперь сюда, сюда, быстро, быстро, быстро. Оп, оп, оп. А теперь осталось 44 секунды. О, теперь сюда. Вроде бы как бы неплохо все сейчас у нас идет. Только единственное, что я теперь не знаю, куда мне после этого бежать. Вот там он, видишь? Вижу, 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 вижу. Вижу, 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 вижу. Оп! О, прямо за моей спиной был. Прямочки за моей спиной. Вспышка, ты где сейчас будешь? Вот здесь. Ходим кругом. Обходим кругом. Обходим кругом. Оп, 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 оп. Какой-то странный подвал, телевизоры, простыни, простынки все в крови. Так, где он? Вот он. Оп! Пропало, пропало, пропало! Блин! Блин! Я же почти, почти... Он там был свет, он, видимо, какое-то время только там находился, потом сразу же пропал. Блин. Я почти прошел. Не так показалось, по крайней мере. Бумц, 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 бумц. То есть свет даже появляется, потом пропадает. И он определенные секунды только горит. Так, а где следующий зажжется? Так, теперь туда бегу. Он же очень быстро бегает. Я же сейчас могу не успеть просто-напросто. Ай! Фух, успел. Вот он прямо за моей спиной остановился. Минута 37. Так, ну здесь я хорошо успеваю спрятаться сразу же. А теперь где зажжется? Где-то, где-то. Вот он. Оп! Обдурили дурачка на 4 кулочка! Чтобы я сам себя не надурил сейчас. Так, там минута осталась. Минутка, минутка, минуточка. Оп-оп-оп, обходим кругом. Обходим, бежим, 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 бежим. Оп! Спрятался. Вот бычара, бычара, бычара меня преследует. Угомонись. Где свет зажжет? Вижу, 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 вижу. Бегу быстро. О, оп, спрятался. 50 секунд, 53 секунды. Где следующее будет зажжение лампы? Где? 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 Не знаю, не вижу. Или вижу? А, вижу, вижу, вот здесь. Есть 4 точки, где лампы зажигаются на этой карте. 4 точки.
Либо здесь, либо тут сейчас будет. Блин, я в ловушке. Я в ловушке. Оп. Так, я не в ловушке. Теперь наверняка после этого зажжется в том углу. Либо вон там, вдалеке. А где робот? Где киборг? Вот он. Вот он, вот лампа. 17, 16, 15. 15 секунд осталось буквально. Боже. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Тихо. 2, 1. Пуск. Тихо, быстро. Открывай. Сохранялка сработала, я спасся, ребята, у меня получилось. Кажется, я от него удрал. Телефон звонит. Сверху? Алло. Цель скрылась. Я же предупреждал тебя, но ты не слушал. Теперь из-за тебя гибнут мои люди. Жаль, что дочка должна расплачиваться за ошибки отца. Что? Прощай, Джек. В смысле? Что с моей дочерью? Тут звонят. Ой, я на улицу вышел. Так, такой посмотрел налево, направо. Дождь. Подарочек. Что в подарке? Кто-то мне подсунул. Только не говорите, что там какая-то голова моей дочери будет. О, или... Боже! Нет! Эмили! Не показали. Походу, реально там был какой-то кусок моей дочери. Или рука, или голова. Не знаю, что именно. Скорее всего, там что-то было ужасное. Загрузка какая-то пошла. Ой, ребята, загрузка. Это и сохранялка пошла, соответственно. По-моему, мы переместились то ли на следующую главу, то ли, я не знаю, D1 написано. Мы в какой-то больнице, что ли? Такая плитка на стенах, похожа на больницу. О, кот валяется. Где я вообще? Ага. Нужно выбираться отсюда. Это сейчас начинается с того момента, как мы упали через ту дырку внизу вместе с роботом. Найди выход. Но с этого момента мы начнем уже следующую серию. А на сегодня, пожалуй, все. Увидимся в следующем видеоролике. Всем спасибо за просмотр, за лайк, за то, что рассказываете про мои ролики друзьям. Про мои страшилки! Ну что ж, и за комментарии свои хорошие. Тоже большое вам спасибо. Котик вам передает привет. Мертвый котик. Все, всем пока-пока. Игрушки, все отлично. Точно, отлично.